Не торопись, Женя, не торопись. Данил, ты побыстрее, а Женя чуть помедленнее, да. Взяли в правую руку. Прям перехватили в действии в правую руку, да. Давайте прямую восьмерочку, горизонтальную. Данил, прямую горизонтальную. Это прямая вертикальная, давай прямую горизонтальную, да. Синхронно, синхронно и быстрее. Женя, прямую горизонтальную, как Данил делает. Поехали, быстрее, быстрее, быстрее. Крутим быстрее. Прямая горизонтальная, Жень. В горизонте, ты в вертикали делаешь. Прямая горизонтальная. Прямая горизонтальная. Как Данила делает. Да, поехали, быстрее, быстрее. Руку свободную перед собой. Данила, руку свободную перед собой, да. Быстрее. Старайся имитировать Женю, Данил. В движении, в мягкости. Желтый квадрат, ваш центр. Не уходите за него, в него не заходите. Быстрее. В руку поменяли друг другую. Быстрее. Не быстрее двигаемся, а быстрее крутим. Данил, на Женю смотри. Ориентир на Женю. Горизонтальная. Прямая горизонтальная. Быстрее. Быстрее. Женя, уходишь. Ближе к кругу, к квадрату, к желтому. Да. Симметрия, Данил. Симметрично надо с Женей. Так. А теперь из прямой горизонтальной выходим на прямую вертикальную. Это перед собой, над собой. Вертикали рисуем. Внутрь, перед собой, снаружи, над собой. Внутрь, внутрь закрути. Стой. Да, 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 внутрь. Да, оп, пошел, пошел. Быстрее, оп. Быстрее, да. Женя, перед собой, над собой. Так, поменяли в другую руку. Быстрее, быстрее, быстрее. За каждую занятие надо делать до сотни раз. Но это минимум сотни раз. Смотри, Данил, которая рука у тебя сейчас владеет оружием, ее ниже уровня пояса не отпускай. Слышишь, Данил? Ниже уровня пояса, вот на таком уровне, смотри, надо делать. Вот на таком уровне. Ниже пояса не отпускай, иначе у тебя по ногам бьется. Так, крутим, крутим, крутим. Быстрее, быстрее, чтобы как вентилятор заработал. Быстрее, Женя, быстрее, 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 быстрее. А теперь давайте на горизонтальную обратную. Это снизу вверх, да, во, поехал. Снизу вверх, давай, с правой руки, Данил. С правой руки, горизонтальная обратная. Снизу вверх, восьмерочку в горизонте. Снизу вверх, раз, да, нет, снизу вверх, снизу, снизу. Стой, остановись, Данил. Снизу вверх, да. Оп, да-да-да-да-да, поехали, во, поехали, быстрее. Синхронно и симметрично, друг напротив друга. Я хочу увидеть, чтобы это было красиво. Музыку слышите? Ритм улавливаете? Здесь плавненько, красиво должно быть, да? Движение как речь, текет как речка, красиво. Если вам нравится то, что вы делаете, значит это правильно. Поменяли ручку. Прям автоматически тут же по движению взяли. Снизу вверх горизонтальная. Снизу вверх, Данил. Снизу вверх. Раз, два. Да. Фронтальных, Женя, выстройся. Боком не стой. Да. В ножках мягче. В ножках мягче. В ножках мягче. Так. Тяжело? Не очень. Быстрее тогда делайте. Быстрее, правильно. Быстрее, быстрее, быстрее еще. Так, так. Данила, старайся с левой стороны вдоль по телу проводить веревку. Справа и слева, прямо она чуть-чуть тела касается. Да, еще прям ближе к телу. Оп, оп. Да, 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 да. Стой. Смотри. Вот здесь. Тихо, ручку это, в тонусе будь. Оп, 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 оп. Продолжай, продолжай, да. Давай, давай, вдоль по телу, понял, как запускать? Чтобы она чуть-чуть тебя не касалась. В руку поменяли, в руку поменяли, быстрее, да. Поехали, все тоже, все тоже. Симметрия, 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 симметрия. Данил, у тебя как отчество? Алексеевич. Алексеевич. И Женя Сергеевич.
Вот Данила Алексеевич и Евгений Сергеевич здесь пытаются что-то изобразить. Снизу вверх, обратное, Данил, обратное. А теперь смотрите. Соедините прямую горизонтальную, обратную горизонтальную и прямую вертикальную в разных комбинациях. У вас есть три движения, которые вы должны соединить между собой. Ну, вернее, движение одно, восьмерка, но вы должны в разных вариантах сделать. Так. Плавно должно выходить. Плавно. И вертикалочку. И вот соединяйте в разных вариантах. Обратное с вертикальной и прямой. Прямая с обратной и вертикальной. Вертикальная с обратной и с прямой. Соединяйте, да. Соединяйте. Так. 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 Двигайтесь. Женя, и сделай так, чтобы Данил на тебя смотрел. Привлеки внимание, чтобы он на тебя смотрел. Так. Так, хорошо. Можно, смотрите, можно, когда вы делаете элемент, можно простой делать обмах. Как соединитель. Прям раз, 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 да. Как соединитель. Потому что это в отличие от твердого предмета, да, это гибкий предмет. Им чуть-чуть другая техника. Данила, осанку. Осаночку, да, осаночку, но в ножках расслабься. Да, соединяем. Все элементы соединяем. И теперь на красоту. Кто из вас друг друга как бы красотой одолеет? Красотой выполнения. Руки меняем. Руки меняем. Руки меняем в элементах. Пробуйте, вспомните, как мы выступаем обычно. За спиной, перед собой, да, меняете.